Что ж, поиск носков продолжается, и тут, как оказалось, не все так просто в локации Бикини Боттом. Тут, оказывается, нужно, чтобы найти вот эти вот носки, они не всегда лежат на виду. И иногда тут нужно что-то сделать и что-то там разбить. Получается, вот как я понял, это я уже опять посмотрел в интернете, так как не могу. Там написано, что вот было задание про Сквидварда, что нужно было зайти и разбить все у него в доме. Он тебе давал за это лопаточку. Как оказалось, что нужно сделать то же самое. Так, плюс вот это вот разбить вроде бы как. И должен вроде бы появиться носок. Где-то тут. Или я этот носок уже брал. Вот. Я уже точно не помню. У меня там получается 3 носка. Вроде бы я у него тут... А, вот, все. Короче... появился. Нужно было вообще все, прям капитально все разнести в доме Сквидварда, блин. Бедный Сквидвард. Дважды Губка Боб разнес его дом полностью. Так, в доме Патрика то же самое. Опять эта анимация включается. Но тут немножко другое. Тут, получается, нужно было блестяшки, не знаю, нужны они мне или нет. Просто вот так вот, хоп. Шестой носок. И, получается, мне осталось еще 2 носка найти, да? И следующие 2 носка связаны с Красти Крабом. Их можно будет найти... возле Красти Краба. А, ну вот, еще 3 носка у меня, да? А, ну, точняк, еще 1 носок нужно вдарить. Вот он появился сверху. Блин, не знаю, о чем думали разработчики. Это получается, мне нужно еще просто ходить по вот этим локациям и просто так все бить. Так, это получается у меня вот... 6, еще 2 носочка, да? Все, идем к Красти Крабу. Не могу пробежать мимо этих блестяшек. Так. Это получается, что один носок нужно будет добыть путем разнести весь Красти Краб изнутри, а еще один носок будет здесь, в помойке. Вот он. Вообще бы не догадался, что здесь носок в помойке. Ну и погнали разносить. Эй, мистер Крабс, я сейчас собираюсь полностью в щепки разнести Красти Крабс. Красти Краб. Так, здесь готово. Разносим все полностью. Так, теперь поднимаемся наверх, туда выше. Почему-то не зацепился. Бочонок остался.
и делаем здесь то же самое. Разносим все полностью. Еще вот этот остался. Есть, вроде бы все, я весь краб, стикраб разнес, но оказывается тут нужно еще подойти и вот здесь ударить. А еще и не все, еще нужно там что-то. Наконец-то. Я так и не понял, что я сделал, но носок появился. Последний. Восьмой носочек. Если честно, вообще понятия не имел, как здесь. Так, ну-ка смотрим. Отлично. Все лопатки в бикини-ботом собраны, и все носки тоже собраны. Продолжая поиск этих носочков, лопаток у меня получается вот 96. Давайте там посмотрим, что у нас тут. Рок-ботом. В рок-ботоме получается вот осталось найти один носок. И я там уже посмотрел, вроде бы это здесь вот в районе, где стоит мистер Крабс, и там, где эта горка. Ну ладно, отправляемся тогда сюда. Продолжаем доискивать носки Патрика. Так. Если правильно понял, так. Мне вроде бы нужно спрыгнуть где-то будет. Где-то мне нужно будет спрыгнуть направо, если я правильно понял, про тот носок, который нужен. Возможно, я тут уже и собрал. Хотя нет. Наверное, это тот носок есть, который мне нужен, потому что я не помню, чтобы я спрыгивал. Ой, улетел. Ну, короче, где-то там мне нужно будет спрыгнуть. Будем сейчас смотреть, где это. Тут пока ничего не видно. Тут тоже не видать. Так, здесь. Или, возможно... Ладно, чё ж. Так. Нет, вроде не здесь, я спрыгнул. Блин, уже.
Так, все, отлично, носочек найден. Вон, видите? Это получается, мне нужно будет спрыгивать там чуть ли не у самого конца. Вон там носочек Патрика. Все, носочек найден. В Rock Bottom последний носочек найден. Теперь нужно его достать. Ну что ты будешь делать, а? Ладно. Все, готово. Теперь главное не упасть. Все, вот он. Сейчас я. Хотя зачем мне эти роботы? Вот он. Торжественный момент. Сейчас я буду забирать последний носочек Патрика в Rock Bottom. Есть. У меня получается 10 носочков. И мне даже получается уже можно сгонять к Патрику и обменять носочки. Так, где он тут? Вон он стоит. Есть. 97-я лопатка. И получается, мне нужно еще дособирать всего лишь 10 носков, чтобы последний раз обменять их Патрику на лопатку. И получится у меня ровно 98 лопаток. Это, как я понял, максимум в игре. И тогда, как я дособираю, я тогда пойду в помойное ведро. Так, ну а теперь, наверное, давайте отправимся в водорослевый лес. У меня, получается, не хватает 3 носочка здесь дособирать. Я бы уже вроде, я вроде как понял, какие мне носки нужно дособирать. Так, здесь вот я точно не помню, вроде должен быть. Или я брал здесь уже. А, да, точно, вот он, носочек. Возле водопада есть. Один найден. Так. Получается. Один возле водопада я нашел. Другой вроде бы как. Это на гонках. Well, now,
Так, как вы помните, гоночки тут не слабые. И там нужно будет в одном моменте спрыгнуть налево на листочек. Сейчас. Какие здесь завороты крутые, а! Чтоб тебя все улетел. Да. Будет непросто. Ай, даже раньше он слишком рано завернул. Так, отлично. Контрольная точка. Сейчас будет листочек. Упал вон, листочек был. Вот сюда, вот. Опа, не вписался. Сейчас еще. Упал. Все, уже почти. Сейчас носочек у меня почти в кармане. Так, сюда, вот, давай. Вот он, есть. Все, можно падать. Хотя можно и до конца, да. Наверное, добежать. Наверное, чуть-чуть осталось. Я так думаю. Все. Блин, почему меня сбрасывает? Хотя, блин, мне же этот... Стоп. Мне же не нужен этот, блин. Давайте сюда. Так, ну все. Получается, остался здесь последний носок, но он почему-то... Я вроде как смотрел, а мне нужно разрушить там 4 каких-то... Ой, не 4, там много вот таких вот истуканов там стояли. Но тут почему-то их не стоит. Непонятно почему. Так, 2. Остался последний, 7. Где-то я помню вот здесь вот. Должны появиться какие-то истуканы, которые боятся, к которым нужно подойти на цыпочках. Но я их почему-то тут не вижу. Странно. Неужели я здесь все забрал и... Мне нужно что-то другое. Так, где там? У мистера Крабса. Посмотрим. Так, ну у него тут... О, точняк.
Вон носок получается. Сразу вижу. На. Вон он там. Гад такой. Только... Как мне добраться туда? Тут, мне кажется, я, наверное, не доберусь. Ну-ка. Ой. Так. Главное не упасть, главное не упасть. Так, где он там? Вон он. Фух. Так. Торжественный момент. Забратье последнего носка Патрика. В этой локации. Отлично. Так, смотрим. Все. Все носки собраны. Оказывается, я подумал не на тот носок. Не на тот носок, который мне нужно было собрать. Так. И получается, что мне нужно еще добыть носков в Песчаной горе. Но тут, я чувствую, будет прям тяжелая добыча носков. И во сне губки Боба. Наверное, я смотаюсь сначала в сон губки Боба, а потом уже буду доделывать в Песчаной горе. Потому что тут еще, смотрите, какое-то задание. А я помню, что это задание прям жесткачевое. Там нужно... не упасть и собирать вот это вот не снеговики, а как их называют, грязевики или как там их еще. Так, ну что ж, сбор носков продолжается, осталось совсем немного, всего лишь 7 носочков. Все, на этом пока что все.